Здравствуйте и добро пожаловать Гаттузо как игрок. Ну и Анчелотти — это фигура очень важная для Милана в истории этого клуба, которого сравнивают с Алессандро Неста и который теперь будет капитаном Милана. И вот 18 видеоассистентов на чемпионате мира в России. Стартовый состав Наполи и сразу же обретен, арендован у Арсенала лондонского. Ну а остальные 10 человек, все 10 полевых игроков у Наполи те же, что играли в первом туре. И роняется, его считают предателем. Ну посмотрим, что покажет Игуаин сегодня. Ну а касается Мертенса, то еще раз смотрим удар Аллана и Инсинье. Удар поворотом. Будем считать это пристрелкой. Лоренцо Инсинье забил великолепный мяч в ворота, чем Наполи. Наполи, который до последних туров вел борьбу за Скудетто. Хорошая передача, диагональный удар поворотом и гол! Милан открывает счет в первой же своей такой полноценной нормальной атаке. Джакомо Бонавентура, один из лучших футболистов Милана в прошлом сезоне. И Бонавентура, который забивал немало для игрока своей позиции, великолепным ударом открывает счет на 15-й минуте. Оспина пропускает. Бонавентура с мячом в штрафной. Здорово двоих убрал. Передача и на дальней штанге. Не хватило игрока туда. Стремился Сусо, по-моему, да, это Бинский. Чуть назад передача и еще один навес на дальнюю штангу. Кулибали усилить игру команды впереди. Наверное, они в известной степени актуальны. Удар поворотом. Калихон в ближний угол. Не попадает в створ Хосе Калихон. Открывает Милан прессингом. Это Зелинский. Зелинский под себя мяч убирает. С левой ноги удар. Петр Зелинский мимо ворот. Пас Милик. Милик, можно пробить поворотом. Милик, и великолепно Донарума, но он занимал абсолютно правильную позицию, плюс он высок ростом. И били длинным пасом штрафной находит Сусо. Сусо, и удар Калабрии, гол! Давиде Калабрия, 2-0. Второй удар гостей в створ ворот и второй мяч в сетке. 2-0, Милан выигрывает у Наполи. Давиде Калабрия, правый защитник, забивает. А вот сейчас Инсинье, удар поворотом, и не было. Нет, все-таки был офсайд. Был офсайд. Мне показалось, что в правильной позиции принимал мяч Лоренцо Инсинье. Давайте. Асганшика. Калихон. Под удар. И гол! 1-2. Наполи отыгрывает один мяч. И делает это Петр Зелинский. Точный пас. Очень хорошо увидел Инсинье. Инсинье здорово открылся. Инсинье, удар! Рядом со штангой мяч летит. И застыл, как вкопанный. Донарумма только взглядом провожал. И угловой справа подают. Неаполитанцы навес. Бакайоко мяч выносит. Недалеко удар из-за штрафной. Мяч в воротах. Мяч в воротах. 2-2 в середине второго тайма. Петр Зелинский оформляет дубль. Забивает свой второй мяч. И Наполи отыгрывается с минус 2 на стадио Сан-Пауло в матче с Миланом. Вот это сюжет. Смещается к центру навес на дальнюю штангу. Датели бросился под удар. Продолжает Наполи атаковать. Опаснейший момент. Мертенс! Мертенс забивает! Мертенс забивает третий мяч в ворота Милана. И 3-2 в пользу Наполи за 10 минут до финального свистка. Все-таки вот треснула оборона гостей. И это самое давление, о котором я говорил по ходу первого тайма. Я говорил, что... Yeah, I got some fly shit on, yeah. Keeping all black outfit on, yeah. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on, yeah. You just catching up to what I've been on, yeah, yeah, that's what I've been on, yeah. I see what you're trying to do, that's not even kinda new, yeah. That's that shit I've been on, yeah.